Друзья, всем огромный привет! Решила вам снять, показать, какие у нас сейчас здесь выросли саженцы. Это перец. Хотела идти сегодня в обе, но у нас зима никак не отпускает. Сейчас покажу вам, что у нас творится. Сегодня 25-е. И у нас идет снег. Слякоть такая, что я до обе просто, наверное, не доплыву. Ноги проваливаются, там прям вода водой. У нас 0 градусов. Ну, вот такая погода. Весь март. То дождь, то снег. На дачу не сможем даже пройти. Доехали, но там прям грязь. Ноги раскатываются, разъезжаются, и, в общем, не смогла вам даже показать, ничего снять. Ждем теперь, пока все высохнет, тепла, и, конечно же, я все покажу. А сейчас покажу, какие растения здесь у нас выросли. Обычно в конце марта все это увозится у нас на дачу, в теплицу, но чувствую, что пока вряд ли. Это вот перчик у нас. Гордость России. Тут еще что-то сейчас покажу. Сибирский бонус. Так. Что у нас тут? И толстый барон. Вот такие вот они уже вытянулись немножко. А здесь у нас уже приготовили мы. На выезд, конечно, но пока, видите, погода подводит. Сейчас покажу вам даже, какие у нас тут бутончики. Смотрите. У перца даже уже бутоны. В обе я брала малину. Нет, не малину, клубнику. Да. Малину мы тоже брали, но вот клубнику... Сейчас я скажу, в коробке, которая была, она прям хорошая. Все 5 кустиков замечательные. А вот те, что в таких пакетиках по 3 штуки, одна была ничего так, а вот третья, видите, подгнившая. Ну, ничего, не знаю, что-то там покажется, нет. Вот такие вот они, с горем пополам. Это зинга-зинганы. Так что посмотрим. Сейчас покажу те, какие хорошие стоят у нас на балконе. А эти стоят, видите, какие хорошие. Елизавета II. И вот, неплохие. Астильба. Лучок. Ну и снова я здесь в комнате. Конечно, у нас томаты подтянулись. Прям вот видно, как они к свету тянутся. Тоже ничего хорошего, конечно. Ну ничего, они... Потом остепенятся уже в тепличке, будет им света уже достаточно, так что я думаю, ничего. Там какие-то вон маленькие еще, их позже сеяли. А в обе я хотела пойти за туечкой, за той желтой, что я так хотела. Ну ничего, схожу, погода восстановится, и может быть завтра, послезавтра я обязательно на выходных. До выходных обязательно схожу, покажу, что нового, может, появилось. Ну, а пока вот такие вот у нас саженцы тут сидят. Сейчас покажу, какая кобея выросла. В общем, рано мы ее посеяли, уже прищипнули, потому что она потянулась высоко. Я верхушечку ей уже прищипнула.
уже к палочке привязали. Вот они все, у нас три таких экземпляра. Так что рановато. Надо было где-то вот в конце марта, наверное, сеять, и все бы успело на даче потом вырасти. Ну, вот и устомы. Из скольки семечек. Вот то, что осталось. И вот единственное, которое прям хорошее. Ну, вот эти еще так себе. А вот эти два даже не знаю. Почему-то они вот так вот выглядят, неважно. Пока сидят. Придут ли они в себя? Не знаю, пока посмотрим. Медленно растут. Больше, наверное, сеять не будем их. Тут вот тоже томатики наверху стоят, на верхнем ярусе. Тут перчик один. И вот такие вот тянущиеся к свету экземпляры. Ну, на этом все, пока не теряйте меня. Сегодня буду, правда, пикировать петунью. Что-то в этом году не очень все нравится нам, как себя ведут растения с саженцами. Вот этот март такой подводит. То есть снег, то дождь. Холодно пока. Ходим пока в зимних куртках. Погода нас не радует. Зима не хочет отпускать. Ну все, всем всего хорошего.